Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Терех и Вампир, и мы продолжаем проходить битву за кольцо в игре Властелин колец, битва за Средиземье 2, под знаменем Короля Чародея. Ну что ж, ситуация на ваших экранах, я думаю, всем понятно то, что пора кончать с гномами. Да, три территории у них осталось, попробуем добить. Так, я иду, короче, к твоему товарищу. Арагорн. Знаешь что? Сейчас. Блин. Что такое? Так вот я сделаю. У тебя кислый сейчас там может я вот думаю. Получить. Я могу туда тебе армию. Вполне могу, что нам не будет стать. И отправь тоже этот отряд саны, который у тебя на руках стоит. Будем пытаться там отвоевывать. Ну, если они пойдут, мы попробуем вступить в коварный бой. Можем проиграть там, да и хер с ним. Ну, то если там выиграем, то это уже будет совсем звездец. Ладно, погоди, тут надо об этом подумать. Тут я сюда, ты сюда. Они могут на Кэлдуин пойти. Что нам предпринимать? Кэлдуин? Да. Ты можешь один отряд от Арагорна туда отправить? Да. Ну и я одного боевого тролля оставлю. Блин, у меня у короля чердея два боевых тролля и мумак. Все. Конец. Я не знаю, как он будет сейчас там воевать. На самом деле. Вообще не знаю. Ну да ладно. В общем, конец фазы. Угу. Ну да, и, конечно, король чародей, скорее всего, отхватит и начнёт. Отхватит, конечно. Что у нас там? А, бой, я думаю, да? Ага. Все-таки армия у него большая, вряд ли автобус. Ну, расчет итогов, скорее всего, мы проиграем, действительно. Ну, конечно, проиграем. Бой. У него два героя там, этого мудака. Ну что, посмотрим, как кислый сражается. Кислый, давай тащи кислый. Ну, лучше на шторку как посмотреть. Так шторку посмотрели в предыдущей серии. А, точно, я забыл, да. Кстати, шторка неплохо. Надо признать, есть плюсы свои у него. Ты его наоборот назвал никчемным. Ну, он никчемный все-таки шторка. Но... иногда может, как бы. Стражи белого древа! А тут бой-то будет быстрый. Либо нас, либо мы его. Потому что... потому что он скоро придет. Он придет сейчас сюда. Карта небольшая-то, она на двух вроде как рассчитана. Ну тогда. Не останавливаться! Готовьтесь к бою! Готов! Будьте настороже! Блин, откуда же он пойдет? Я вижу врагов! А, уже идет! Выполняйте приказ! Атакуем! Блин, идет мечниками, а у меня копейщики. Что-то падает с неба! Не давайте им закрепиться! Блин, это каким-то... Чернолесие, ёптвою! Без звездных стрел. Ну даже без звездных стрел, они такие, сука, крепкие тоже. Ну, не сказать, что как гномы, ну, бля, они такие покрепче любого отряда лучников. Ну эти сразу пойдем в атаку. Ну да, что можно попробовать. Бля, у меня, конечно, отряд практически потерян. Быстрее! Выполняйте приказ! Там у этого мудака еще два героя где-то и армия, по-моему. Стражи белого древа! Мы улучшили стрельбище! Чё, бля? Трандул сверху. Опа, 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 опа. Его ух, тут уже отпиздил немного. Цельтесь лучше! Ну, он нормально успел. Он почти всех лучников положил. Да, хана все лучше. Сука, весь отряд положил. Гандон. Вперед! Ладно. Много работы. Я-то эти отряды сейчас восстановлю. Клетку тролли уже почти улучшу. Готовьтесь к бою! Где-то еще один герой у него. Займите эту территорию! Ой, бля. Смерть врагам Гондора! Нормально, герой есть. С кем они дрались? С дикарями? Каким нахрен дикарями? Крепко стоит! Сюда.
Где тут могли это быть дикари? Блин, он сейчас сдохнет. Поле битвы останется за нами. Кто? Почти сдох этот готмах. Кислый. Угу. Лечилка есть, если чё? Но она еще нет, не готова. Блин, я туда ему так, пока он, короче, иду. Снизу, походу, строится. Ну, я так думаю. Хотя герой сверху, он идет, Арвен. Слушай. Ну, давай, ты должен блин. Справиться. Да, но там готмах сейчас. Хватит, скорее всего, будет отхватываться. Она полечилась. Там еще, блядь, хоббиты идут. С читерными камнями, блядь. Блин, готмах. Все, он сейчас сдохнет, убирай его. А, он не убежит. Он не успеет, да, в любом случае. Ебучие хоббиты с читерными камнями, блядь. Чё, снизу идут копейщики? Нормально. В таком жизни я не готовил. Да ёп, я ещё не успел построить, вот сейчас только нанял. Строительство закончено. Враг атакует фермы. Враги отсюда. Да, пиратов за 4 сотки вообще мне неохота нанимать, бля, боссанных. Сейчас жгут они классно. Жгут они классно. Лучше сразу двух троллей боевых найму. Причем отправлю сразу в гости к этим гребаным мелким придуркам. Куда это все? Будьте настороже. Идем. Много работы. Так, хорошо. Опа, это что за типы? Где? Где типов иду? А, это нейтралы. А, ну, вот, да! Я не понимаю, откуда? На этих картах никогда не было нейтралов. Я не понимаю, что за бред. Ну, таких нейтралов не было. Я не понимаю, бред, конечно, какой-то. Жесткие они. Ой, блядь. Идем, скорей! Стреляйте! Хорошо, хоть не помню, не знаю. Армия не может принять больше воинов. Будьте наготове. Там кавалерия идет. Гребаные гоблины. Эти строители убили. Что за херня? Это значит, какие нейтралы были. Это нейтралы. Какого хрена здесь встретим, так далеко пошли? Не знаю. Я так отвечу, это скорее всего какая-то фигня. Поблизости может быть враг. Очень странно. Хоббиты, суки! Вон сверху ломают. Где будем строить? Мудаки, блядь, читерные. Сейчас построим! Разведчики Гондора! Продолжайте стрелять! Я пойду, короче, это здание ломать, нахрен да, не знаю. Хоббиты достали. Внимательней! Давай, тролль, покажи, на что ты способен, задрал. Давай, долби их. Ты, блин, столько стоишь, зря, что ли? Готово. Смотреть в оба. Инструменты. Сейчас будет. Следопыты. О, молодец, подстащил немного. С тылу хоббиты тут заебали. Поблизости может быть враг. Слушай, они вот тут хоббиты пришли, прям к нам на базу. Ну, я говорю, стыл. Тварь, а. Внимательней! Здесь чем их забрать? Кого? Хоббитов. Да я этих говняков-то убью. Следопыты! Чё они вообще бегают? Цель их прибытия на нашу базу. Не знаю, знать не хочу. Чуть гуляют, бегают. Нормально. Внимательней! В лес! Внимание! Глянь, посмотри на этих нейтралов в левом нижнем углу. Они задумали какой-то коварный план. Посмотри, да они реально что-то задумали. Будьте настороже! Рабочие. Копейщиков убью. Отойди троллем.
Ему разве не насрать на них? Уничтожить! Он сейчас том бомбандил. Вон, вот бомбандил, это да. Мудак. Копейщики, так это вроде горному штролю насрать, вот таком боевом или нет. Ну, вообще-то для него слабость копейщики. Да. Блядь, сука, дед старый, не дури. Не оставляйте следов. Внимание, сюда. Стой! Тише. Подождем их здесь. Тумбомбали. Вперед! Они атакуют лагерь! Цельтесь точнее! Они ударили первыми! Я вообще не понимаю, как может дед какой-то повалить тролля здорового? Да, причем чисто пинком. Там он рабочий. Что-то вообще какой-то бот, что? Мне сейчас кажется, это тот мод виноват. Да. Вот на секунду реально мне кажется, потому что я начал думать о том, что откуда, блядь, нейтралы такие здесь? Разведчики Гондора! Мы улучшили казармы! Может, на туре тот мод каким-то образом остался? Потому что мы просто спокойненько строим войска. Где сносим его? Что это за бред? Вообще на убийцу не похож. Бред какой-то. Как плавный играет. Пиздец, что тот бой, что этот. Мы не можем взять под команду. Ну реально, на убийцу они что-то реально, они не похожи. Мы сделали что-то с клиентом, определенно. Чё, блядь? Тут червя призвал. Я. Пускай поджарит их. Рабочего поджарить сейчас, сучку. Бля, он заебался уже дышать там огнем. Рабочий сдохнет или нет? Я вас не подведу. Мы победили врага. Наконец-то. Да. Чё-то как-то я... Мне кажется, что-то мы намутили. Ладно, да закончим, уже думаю, битву. Ну, понятное дело. Люди смотрят, смеются, блин, мы случайно легких ботов нибудь поставили. Прицеп для твори, да ну не может быть. Давай, автор расчет итогов там везде. Так, расчет итогов, конечно, да. Понятно. Хотя, да-да-да. Вот этот шторка там, по-моему, свою шторку сейчас откроет все. Шторка откроет? Где? Да там есть место одно. А, не, мы там вдвоем. Расчет итогов. Там сейчас... Он король чародей. Там сейчас рыжему дадут. Рыжий это да, это хрен с тем. А вот король чародей попал. Вот ему-то придется свой плащ черный-то приподнять. Не факт. Приподнять. Не факт, не факт. Почему не факт? Там, конечно, крепость, да, я приеду, но, блин. Я тебе вот отвечаю, даже готов поспорить, что он пускай готовится, плащ поднимает свой. Ну же, ты же видел, ты же видел вот в фильме, вот типа в плаще черном таком, да? Ну, пускай приподнимает его и нагинается. Там Гивли, Рогаш, там весь город Дейл перед Риборов, который. Все, как говорится, по очереди и дружно. Его отправили на... А, надо подготовить атаку. Такую адекватную. Там, смотри, с перевала Карадра спидеры лезут. Короче. Хотя они ничего не сделают. Ну, не в жопу. Отправь отряд на Железные горы, отряд отправь. С Кэлдуин. А на Кэлдуин отправь... от Арагорна один отряд. Подожди, ты что-то втираешь какую-то дичь.
Давай, заново. Скалдуина на железные горы отряд. Один вот этот у тебя стоит. На железные горы. Ну, я понял. А на Кэлдуин, не знаю, у Арагорна отряд достань, посади туда. Ну, на Иуин пускай идет, что она сидит. Вот. Теперь Арагорном в атаку. В атаку. А с Долгулдура все войска перемещай на Чернолесье. Я их всех переслать даже не смогу. Ну так, часть. Особо можешь не париться. Так, все, здесь, в принципе, все понятно. Я думаю, даже присутствие этого дракошки-то моего не обязательно. Я лучше пойду там что-нибудь вот так вот, посмотрю, как дела у пацанов. Подружусь там, поговорю пока. Так. Ну и, наверное, не знаю. Вообще могу так сделать. Резко, жестко. Дать парочку троллей. Так, кисло в атаку идет, да? Угу. А чё Теодун с Бурором сидит? Пускай идут тоже. Кислый в атаку, эти все втроем действуют. Ну да, все в принципе, чё, конец фазы. Ага, и там, сволочь, опять бой. Там нормально такой бой. Там прям по щекам нам надают, я чувствую. Три убийцы. А, почему? Два. Ну, герои хорошие все, как бы. Хорошие. Поехали, чё. Бой. У меня, по-моему, тут фармеры, кстати. А, эта карта еще для двоих, да ну, это, слышишь, для Unreal какой-то. Сейчас сразу две казармы строй, да и все, что ты паришься. Давай, как этот. Несешь, ёпта. Да ладно! Мы еще раздельно, а как такое возможно, если карта на двоих рассчитана? Где они? Где-то рядом. Вот реально где-то рядом. Вот они. Беги сюда. Рабочими. Сейчас я одного рабочего у них убью. И попробую второго рабочего убить. И попробую потом снести казарму. Ты сейчас у тебя рабочего убьют, ты проиграешь. Один потерпел поражение. Ты молодец, но ты еще проиграешь. Фурс. Я уже уезжаю. Все, один рабочий остался, и мы победим. Мы защитим нашу землю. Давай, гаси рабочего. Опа! Опа! И сноси казарму. Ебать, отряд гоблинов просто! Да не было на этих картах такого никогда, отвечаю. Да, я уже заметил, что тут какая-то дичь происходит. Просто отряд гоблинов стоит. Это как объяснить? Спокойно. Мы защитим нашу землю. Мы победили врага. Блин, я-то думал, сложно будет. Даже говорю, они вафли какие-то. Вафли. Только кто в первом бою проиграл. Да, ну там было нечестно. Не, вообще, строятся они хотя бы не так, как те. Он сразу начал строить, войска хотя бы призвал в атаку. Как те? Как ты имеешь в виду, как в том моде? Ну как... Нет, как раньше, как в оригинале. А-а-а. Вот в том моде, у тебя что-то там бой. Где чё? У меня три боя. Так, это хрень, расчёт итогов. Это изи, давай пропустить. Эребор. Что у нас в Эреборе? Хрень, расчёт итогов. А, все, они умирают, что ли? Да, ну все, едут домой, как говорится. В пещеры копать уголь. Все. Да, да. Причем не автоматизировано. Отсылочка пошла к игре. Рудаур, там так просто подраться я пришел. Нормально, победил. Конец фазы. А еще четвертый бой у меня, походу, сейчас посмотрю. А, нет, все, слава богу. Ну, я не знаю. Ну, как это называется? Изи.
Просто изи. Ну все, теперь полный вперед, так сказать. Максимально, которые могут дать, охереть. Тут вы уже подошли, братья мои. А, там вон какой-то пидор. А, плохо-то дело. Они вон что творят снизу. Они на наше сердце пришли. Вот бежать надо туда быстрее. Наше сердечко. Сердечко, сердечко, сердечко. Да, надо вот так вот сделать. Так, кислый, наверное, смело пускай идет на вот сильно так. Упасть, да. Зачищает. Потому что эту территорию я отобью, если что. Там мой дракон гулять пошел. Не знаю, вот так вот пойду. Пускай дальше гуляет. Чисто в атаку, в раш. Конец фазы. Да, то ли тот мод повлиял, то ли еще что-то. Но в этом, конечно, в этот раз тут одни вафли. Конец фазы. А, блять, попался, сука. Кто попался? Я... Король чародей, пускай свою юбку поднимает. О, сучка. Попался, попался. О, кисло сейчас, по-моему, проиграет. Да, мне тоже так кажется. Ну чё, ой, ой, кислый. Блин, он, кстати, почти уничтожил. Кислый ещё, кислый выиграл. Да ладно. Кислый очко на этот раз не подставил свое. Да, сжал из последних сил. Так, король чародей, давай, до свидули. Всё-таки боевые тролли тащат. Всё-таки тащат. Конец фазы. Так, ладно, что у нас дальше? Ага. И они без войск даже остались. Какой ужас. Все, давай дожимаем их. Да, изи вообще что-то. Один из легких битв. Этих мы дожимаем. Тут я тоже. Нет, тут я пойду через этот перевал. Кто там у меня еще подходил? А, точно. Тебе возвращаю войска. Ты летишь. Сверху на Арагорн тоже вверх пошли. Угу. Блин, они там тоже прорваться могут. Так, это... подожди, подожди, кислый, 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 кислый. Ага, кислый-то найдет. О, Бормер, пускай армию вот тут возьмет. Себе Теоден. Теоден мудак. А, Теоден, подожди, да, Теоден захватит Минхириад, а ты захватишь как раз Курганы. Там ничего не грозит, там нигде их нет. А, не, нихуя, нихуя, справа могут. Иди тогда захвати башенные холмы. В принципе, все, да? Сейчас, подожди. Ну, я все вроде. Готов. Готов. Даже строить не буду никакие улучшения территории, ну нафиг. Конец фазы. Ага. Очко. Гора Гундабад. Фигня. Гора Гундабад фигня. Расчет итогов. Ну да, можно было повоевать. Ну просто армия на армию подраться. Я же нажал. Говно. Так-то да, я значит, что это вот тут изи. Армия на армию, ну, армия там, ничего. Вообще можно, да, был, согласен, поугарать. Рохан. Рохан. Последний бой в разгильдяев. Да Рохан это тебе говно, ну чё там вступали, Рохан. У них армии даже нет, блядь. Вся кислый. Ладно, ладно. Ну, всё, что-то... Может быть, на кислого посмотреть. Победа, они сдыхают. Отступать некуда. Чё? Не хочу, герои остались. Не знаю. Конец фазы. Остались, вон, шуруют. Так.
принципе, захвати крепость. Да, Да, и да, 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 да. войск. И захвати ее по-бырому. Так. Слушай, давай вместе с Теоденом прыгнем на Харлинген, чтобы если еще вдвоем бой принимать, там, если они нас прижмут. Значит, сверху давай сначала мы пойдем в атаку, кстати. Сверху в атаку. Все, я везде крепости строю. Гендальф, мудак. Ладно. Ты Эомер веди на этим, на перевал Карадрос. По Я всем умер. фронтам. Угу. Будем по всем фронтам наступать. Все, и старого этого конюха. Карлин, пускай он Кстати, там. тут жопа. Кардалон, они сейчас как пойдут? Глянь, сколько у них там пацанов. Ну, они пойдут на Менхирид или на башню Халмы, а мы потом их встретим в Харлиндене. И будьте армия на армию. Правда, у меня армия особо, ну, короче, нормально будет все. Погоди, погоди, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Ну, ко мне, вон. На Харлинден там отдыхать. Да. Конец фазы. Баклуши бить. А, нифига. Нифига, они... Да кисы, ты задолбал по щам отхватывать. Хотя после... А, погоди, мы тут с тобой вдвоем. Ну тут бой, я думаю, точно. Тут мы тут хрен выиграем. Да, бой. Конечно. Они двое прям сейчас. Соберись. Я сейчас забыл, кстати, где мой герой уже телех. У кого-то ходит, у кисло, наверное, а может не у кисло. Блин, ну твоя, кстати, хорошая карта. Ну, если мы справа снизу, можем так засесть чисто. Баклуш побить. Да. Ну я справа снизу, мне нормально. Мне норм. А, я нет. Так, три рабочих у нас уже. Достижение. Блин, у них там армия огромная, сука. Где будем строить? За работу! Поблизости может быть враг. Не оставляйте следов. Спрячемся за деревьями. Барги близко. Бли! Строительство закончено. Атакуйте! Цельтесь точнее! Цельтесь в здание! Так, 42. Крепко стоит. Кто меня звал? Пора строить. Стрельбище готово. Много работы? Будьте настороже! Враги рядом! Блять! Ну все, я пошел. Ко мне рабочим беги. Мудак, что ли? Подождем здесь. Идем. Она лучника. Что случилось? Уже иду. Рабочим ко мне беги сразу. Если смогут убежать. Один строитель убит. На фермы напали. Двое убегают. Мы нашли сигнальный огонь. Опять враги. Опа, на. Стой, вторым рабочим что аккуратно. делать? Лёх. Вижу, вижу. Это что за копеечки улучшены? Что за хрень? Такие вот нейтралы нынче. Уже иду. Ебанутся, блядь. С каких времен, блядь? В игре нейтралы какие-то, блядь. А твоим канал сейчас троллинг пройдет, я тебе отвечаю. Где он? Нормально. Я с голым хочу селфи сделать. Где он? Хорошее место. Просто стоят, блядь, не травы охраняют. Нет, конечно, прибавляет немножечко чуточку сложности в игре на картах, но, блядь, странно как-то. Сейчас смотри, они на тебя пойдут, эти мудаки. Уже. Укрытие! Это тварь! Голум!
инструменты. Блин, строится сейчас тлеяние. Кольцо обнаружил враг. Почему так, что ли? Расчисти землю! Да, забрал кольцо. Боевые тролли сейчас положат. А, нет. Да нет, должны справиться. Блять, трандую, пидор. Славное стрельбище. Где будем строить? Сейчас будет. Можешь, в принципе... А, хрен, ты сразу пойдешь вот так вот, не видел, там уже подстроились. Но крепости у них не будет, они ебланы по центру мельницу поставили. Uh-huh. Они вот с кольцом теперь будут стоять ебланы. У меня какая-то проблема, я могу новые войска призывать. По центру, видишь, мечники идут эти, улучшенные, блядь, ангморские. Инструменты. А ну-ка! Есть, курить, вот это у него армия. Блин, у меня скоро зал будет. Не улучшенный горный тролль, ёпта. Ну нормально, я орков успел понастроить. В принципе, это фигня. Не, тут бой, по-моему, намечается хороший. Работу! Если они сейчас не будут вафли жевать, а будут строить войска сейчас штамповать, то жопа будет. Наверное, будет интересно. Я знаю, будет. Как надо. Ну да, есть такое. Там еще этот гандон. Сука. Я только лучников начал строить. А видишь, этот... Моргамир, блин, жопу давалки. Вот горный тролль это вообще очко. Хуёвый обстрел. Хотя ну, немножко посадил. Разведчики Гондора! Тише! Вперед! Внимательней! Будьте настороже! Разведчики Гондора! Разведчики вперед! Будьте наготове! Много работы! Сейчас попробую спам войну организовать. Вы слышите что-нибудь? Наша армия не может принять больше воинов. Они почему-то на меня внимания не обращают, просто прут куда-то. Как там? Слабовато. Угу, а так сверху. Блин, у меня там пацанов нет. Да хрен с ней. Захватывают? Угу. Пошли в атаку. Поблизости может быть враг. Разведчики Гондора! Внимание! Будьте наготове! Будьте настороже! Внимание! Внимательней! Кислый четвертый. Обстрел по уркам. Следопыты! Открыть огонь! Ладно, мне там на спаме строится. Не прекратить стрельбу!
Не, все равно. Тухлый, он очень тухлый. Очень тухлый. Либо, может быть, мы такие жестокие стали. Или, блядь, может, натура. Да, ну. Ну просто, блядь, ну, понятно, блядь, так не было. Ну как-то странно, да. Это кольцо! Быстрее, за ним! Вы слышите что-нибудь? Не сдавайтесь! Настройка такой говорю. Не подпускайте! Огонь! Не сдавайте! Укрытие! Будем надеяться! Цельтесь лучше! Идем! Скорей! Эй! Блин! Враги! Враги рядом! Огонь! Мы готовы! Враги атакуют! Может, об этом дне служит песня. Орлы? Давай же, Сэм, ты справишься. Ух ты, прикольно. Это не мои орлы. Я уж понял. Разведчики Гондора! Он, кстати, какими-то варгами там прибежал. Чё, блядь, откуда у него варги вообще? Я говорю, прибежал там, радуется. А, собачки. Будьте наготове. Враги, вот как говорится, без проблем. Не отставать. Сейчас кольцо у врагов. Конница, сюда. Блин, сучка. Ну-ка, получится, стрел. Да. Отлично. Можно продолжать. Нужно больше ресурсов. Бляха, муха, денег нет. Опять он это начал. Хоббиты. Ага. Марвел забрал. Когда уже закончится эта хрень. Инструменты. Тише. Не оставляйте следов. Да один хрен, я буду спамить и спамить, братан. Ты призываешь? Мы победим! Дайте им отпор! Не шуметь! Все готовы! Быстрее! Блять, кавалерия! Быстрее! Да, у нас бороться, кстати, не она поехала сама. Ну, пускай. Угорает там где-нибудь. Они не уйдут! Идем тихо! Быстрее! Кольцо нужно принести в лагерь! Кольцо! Быстрее, за ним! Кольцо! Надо им конюшню сломать, чтобы больше не было этих коней. Открыть огонь! Цельтесь точнее! Ух ты, это он там мучается, что-то пытается изобразить. Блин, еще коней построил, я просто... Нормально. Все сломается. Еще один отряд успел построить, я просто.
Давайте, орки. Отлично. Все, тут уже Ангмар остался. ГГ. Ну и точнее то, что осталось от Ангмара. Собственно говоря, от него уже почти ничего не осталось. Да, что-то как-то вообще я не чувствую никакого сопротивления. Как-то эти отряды коней, которые вылезают, это что-то не то. Вообще какой-то бред. Мод повлиял. Да. Реально, боты стали какие-то слишком тупые. Я уже, по-моему, говорил, повторюсь, вот в том моде, ну, вы уже, скорее всего, это видео увидите 100%. Вот, как говорится, в курсе, о каком моде пойдет речь сейчас. Я не понимаю, вот, разработчик этого мода, нахуя делает таких ботов ёбнутых? Вообще, которые, как, блядь, дауны, вот реально, как дауны. Нихера не делают, просто сидят. Зачем? Ну, может, он, наоборот, как раз-таки он с ними ничего не делал, вот, поэтому ну, да, они сидят. Ну, да, и наоборот, блядь. Разработчики делают ёбнутых этих ботов. Ну видишь, тоже. Для кого как. Для кого как. Ну, может быть. Для нас они, может, и ёбнутые, а для кого-то они как бы, ну, нормально. Для кого-то изи вообще, наверное. Кто-то не, говорит... Изи не назовешь. Ну да, они никак не изи, согласен. Дюжи хорошо, они за всем следят там. Так, конец фазы. Ну чё, наступаем. Везде. Сейчас. Надо вернуться к крепости сейчас. Ну вроде, подожди, подожди. А, мы сверху. Нет, стариком еще. Крепости вернись. Я башню на холмах крепости вознес. Подожди, давай на Карнум пойдем. Вместе. Сверху. Ну, давай. А стариком чё? А, на ним хирят. Я понял. Попробуем бургером. Конец фазы. Ну, это не против крепости просто так воевать неинтересно. Тем более мы это все видели, уже видели, 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 видели миллион. 500 миллион, раз, да. Сколько битв было? Посчитайте вот в комментариях. Кто напишет в комментариях, вообще мне интересно. Сколько битв было у нас на канале? Ту самую точную цифру, кто же напишет. Башня холмы. Ну тут все. Ну, да ладно, мы че, блять, за две серии что ли биту пройдем? Да нахуй. Вроде там у меня дракон, по-моему. Блин, надо, я тебе сказал, надо было старым тебе идти вперед. Тогда прошли за две серии, да, а так. О, что тут они нам сделают, скажи, конец фазы. Ну меня там отхватил, пацан. А, ну я тебя немного не понял, видимо. Я. А, ты вон к этому кислому пошел, ебаному. Кислый, кислый. Иди на Ривенделл. Спокойно. А, этим? Шторкой? Да. Шторочный пацан. Ну, давай. Мы с тобой дальше вперед давим, да, там, я так понимаю? Угу. Я по дороге везде крепости возвожу.
Так. Лучше моему дракончику переведи в отрядик. Он на месте будет стоять. Один отрядик. Так, кислый, 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 кислый. Ну вот так вот в лицо им идем и все. А не, ты... не, не, давай вот так. Нахрена? Я тебе говорю, идеально. А ты что, Бурмер будет булки есть, что ли, сидеть? Не, нихера. Вот я и говорю, тупо как-то. Пошли вот так, а Бормер там пускай. Ну давай дракона вперед лети. Отвечай. Ну бесстрашно. А этим ловить, да? Понял. Конец фазы. А, не, подожди, Арагорн. Я вообще еще хрен кем сходил. Арагорн хуй дрочит. Извините за выражение. Морковку грызет, имел в виду. Конец фазы, да? Да. Ну, это предсказуемо, в принципе, было. Интересно, интересно. Так, Арагорн, ага, там расчет итогов. Ну, это да, это вот фигня. Слева там, да. Я вижу, что он там плохо все. Я вижу, что перед Ривенделом у нас товарищ затащит ли против двух убийц с полной армией. Ну, у него две армии, считай. Ну, да. А, у нас сейчас бой. У тебя дракон, ой, бля. Ой, кошмар. Там с них куча армии, но если они... У тебя два героя вообще, кстати, бой. Ты погоди, у кого два героя? У тебя два героя. Да не хрен. А, да, там Кхамл и... Кто же с ним? Либо Терех, либо это там Морбер. Два дракона, там, по-моему, два дракона. Давай, поехали. Погоди, дай я посмотрю, у него есть... Один отряд лучников, слушай, это изи, возможно, будет. Один отряд лучников. Надо с ним разобраться и потом... Карта для троих. Она помалюсенькая, разве нет? Ну, маленькая, да. Ну, надо рабочих спрятать, и я полечу двумя драконами, отряд лучников уничтожу, и потом начнется раскат. Раскат, подкат. Так, давай, два дракона, насколько я помню. Да, отлично. Банда рабочих, блядь. Крепость попробовать развести. Хотя не нихуя. Кто меня звал? Стрельбище. Охренеть. Почти готово. Куча каких-то ботов левых. Где? Да тут по дороге я встретил вообще кучу. Я говорю, тут бот какие-то, блядь, повсюду. Вот, сучки. Ой-ой-ой, ледяные стрелы, надо быстро их уничтожить. Давайте, давайте, мужики. Работайте. Ни хрена у них все улучшенное просто, блядь, у Ангмара. И они да. Идут сюда, у меня всего лишь, блядь, кавалерия, которая, ну, она не может воевать против. Она нам пригодится. Но мои драконы там нормально развлекаются. Много работает. Я говорю, мои драконы сейчас их раскатают всех. Давай, если, конечно, с тролли не снесут. Не снесут, не снесут. Это гоблины! Строитель в опасности! Мы готовы! Кто меня звал? Да ёб, тер-теры, везде эти нейтралы грёбаные. Лучники! Не отставать! Луки! Уничтожим врага! На работу! Воины Рохана! Вперёд! Постройка завершена! Отвечите! Напали. Мы готовы! Кто меня звал? Да ёб, пошёл налево, нейтралы все в бане. Убивайте всех! Держите прицел! Они склонятся перед нами. Блин, у него уже армия не может расти, я просто. Готовьте луки! Идем! Мы улучшили стяжище вместе! Не отступать! Смотрите по сторонам! Лучники, вперед! Враги, в укрытие! Ёпта, сколько там гоблинов! Будьте настороже! Бежим! По
Пошли. Нейтральных, блин, что они там делают? Сворачивайте с пути. Я говорю, это жесть. Я пролетал мимо, я охренел, что это такое просто. Сворачивайте с пути. Может быть, это из-за карт? Сворачивайте с пути. Может быть, это не из-за мода? Из-за карт такие боты? Смотрите, да. Вот эти карты, которые мы добавили еще на стримах и радом. Там же, может, на карты они добавляются. Нейтралы. Возможно. Блин, что-то жопа. Враги наступают! Что строим? А боты, скорее всего, все те же. Просто. Ну, мне кажется, что все те же все-таки. Нет изменений. Это нам просто кажется. Бляха-муха, сколько там троллей. Там гоблины за нас еще впрягаются. Кавалерии не дар вообще не думали есть. Охерим! Да. Луки фермы напали. У них урон вообще нормально, бля. Они сейчас стрельбы сейчас сломают мне, которые я лет 10 улучшал. Ну, они обошли его мимо. Его. Инструменты. Они задрали ты хрень страдать. Они могут с моими дебилами драться. Блин, на себе. Бойся, сука. Отходите! Атакуем! Никто не уйдет! Не отступай! Предали! Наши силы и без того велики! Опять атака! Кто меня звал? Где будем строить? Да, он просто бегает и разрушает. Что строим? Ни хрена больше не делает. Вот они! Ну, грамотно. Что будем делать? Фермы напали. Их очень много. На работу! Почти готово! Бойню одну мне разрушил. Блин, лучников гандон сбил. Всадники Рофана! Двигайтесь! Заряжай! Да глянь, он просто берет и рушит все подряд. Короче, пошел-ка я ему в тыл, он задрал. Драконы пускай защищают. Вы слышите что-нибудь? Да я отобью базу. Ты снеси иди. Может, драконами даже лететь. Все, на спам. Там он Моргамер. О, есть вот герой, я вижу, да. Дайте мне инструменты. Что строим? Разведчики Гондора. Кто меня звал? Расчистить землю. Крепко стоит. Поблизости может быть враг. Подождем их здесь. Не отставать. Будьте наготове. Морган разбежать пытается под люка. Ой-ой, там лучники уже. Стреляйте! Сука. Готово. Ни хрена, у него там база. Будьте настороже. Враг атакует фермы. Атакуем! Поблизости может быть враг. Тише. Дёп, он на кораблях плавает. Чего? Угу. Мудак он, что ли? Ни хрена себе, какой корабль у него. Это штурмовой. Сказал, ты базу отобьёшь, там пацаны угорают. Где? А, вижу. Да я в атаку просто пошёл, тоже гляжу, ты начал.
Вперед! Не отступать! На фермы напали! На работу! Это корабль его уничтожит штурмовой. Одного все-таки отправь, потому что это опасный корабль. Одного дракона на море отправь штурмовой. 3000 штурмовой стоит, ёпта. 3000 они вбухали. Наша армия не может принять больше войны. Может быть враг. Захватили! Вперед! Там энт идет, да ладно. Будьте на страже! Да, энт там есть. Да почему я никого не могу строить? Я просто Т. Просто очков командования нету. Поблизости может быть враг. Будьте настороже! Не отставать! Строительство закончено! Стреляйте! Стреляйте! Враг атакует фермы. Внимательней! Он скачал головой, думает, что дракон его убьет. Угу. Он изначально думал, я уверен. Блин, Моргенер, мудак. Отступаем! У меня какая-то дикая проблема с очками командования. Я не понимаю, что это за уж жесть. Ну, надо больше строить просто. Прекратить стрельбу! Это враги! Осторожнее! Чего, блять, орлы? Внимание! Жесть! Выпускайте стрелы! У меня орлы сейчас за это самое забьют. Я пытаюсь их, а ты улетаешь наоборот от меня, я хочу его стрелять. Сейчас я прилечу. Не отступать! Вы слышите что-нибудь? На нас напали! Настройка завершена! На строителя напали! Хрен, чисто воздушная война какая-то. Эпично. О, нет! Стреляйте! Ой, Лерохана! Враг атакует фермы! Не сдавайтесь! Атакуйте! Подождем их здесь! Скорей! Не, я говорю, они думают. Поблизости может быть враг. Мозги у них работают. Блять, этот корабль заебал, вот, честно. Убей его слева, тебе говорю. Так я же его уничтожал. Вон, видишь, какой он прилетает, нифига этого уничтожил. Вон, слева. Штурмовой. Камерота. 2000, блядь, смотри. Ну, спокойно мог, вот, если он не тупил бы, ну, он бы мог нам базу снести, пойти и все. И ГГ бы по изи. Вперед! Значит, хорошо, что он не догадался это делать, да? Угу. Блин, кони все-таки лук взяли, чем второй герой сдохнет. Уже да, сдохнет. Охренеть. Еще один залп, и он умрет. Да. Даже не успел уйти. Но вот без героя уже будет тяжеловато. Этих рабочих я что-то так и не понял. Я вроде на кого-то нажимал. Типа убить заказывал, но. Не знаю, дракон долетал, нет. Да че он червь не перемещается, еблан. Хули он прыгнул, блядь, вправо, ему влево сказал. Ой, долбоё. И Малорн, да, жгет. Охуенно, умный пиздец. Давай, прыгай, еблан. Сука, ебло утиная. Эльф проиграли. Ну вот он. Ну, кстати, если бы дракона, мы бы поебали. Они нормально так брыкали здесь. Я говорю, не дракона, мы поебали. Ну да, без драконов лучше проиграли бы. Так. Рудаур. А, ты же, точно. Давай, у тебя армия большая, не дай бог ты проебешь. Ебать, они его убьют. Ой, как... Ой-ой-ой... Всё. Не справился? Они его просто... блинами накормили. Ну, наверное, в Ривендел туда отступать.
Накормили блинами. Вкусными и сытными. Фридентон, наверное. Угу. Я не могу, он сам, наверное, отойдет. Чего от меня просит? Вы и ваш союзник. Да пускай берет. Конец фазы. Да. Пацаны меня встретили. Куда он ушел? Дула. Еблан? Вообще еблан полный. Скажи, еблан? Еблан, не спорю. Какой-то, блядь, перевал Карадрос. Нет, ты представляешь, он вот у тебя ближайшая территория Ривенделл, он взял, аж перепрыгнул и пошел на перевал. Даже не на... Хорошо, даже не на Дунлан там пошел. Он пошел на перевал. Это жесть просто. Просто дебил. Кусок борща, блядь. Так, давай обратно, короче, иди на... На Дунланд иди. Я сейчас туда даже отряд один отправлю. А у меня там армия сейчас подойдет. Урков вонючих. И также по отряду надо на Кардалане оставить. Все. А, куда я иду, там твою территорию? А, нет, все правильно. Ну и в принципе. Блин, мне, кстати, не очень хорошо в Ривенделле будет, если они вдвоем нападут. Не факт, что я отстаю. Я, конечно, построю, не знаю, что. Крепкий. Короче, тут я иду с тобой. Наверное, тебе надо армию оставить на холмах башенных. Да нет, тут пока атаки никакой. А, может быть, да. Ну ладно, давай одного тролля скину. Тут ты спокойно без меня курганы захватишь, а я лучше вот пойду на Рудаур. Ну давай, давай. Ладно, сверху что будем делать? Просто вперед топать. Да. Давай вперед топать. Так. Конец фазы. Нажал. Атака отбита, где? Блять, они вообще не туда, куда надо побежали. Даже если что происходит-то, я понять не могу. У нас сейчас бой на Кардалан. На расчет итогов. О, разбежался, трещит. Ты веришь, что ты выиграешь? Да посмотри на него. А! А-а-а! Бой, да. Бой. Чё как? Я просто. Сколько можно? Пацаны тут пытаются, отбиваются. Походу, рекордов две серии не будет. Будет. Я отвечаю, будет. Вторая серия будет 3 часа? Подожди, мы что, уже час снимаем, ты хочешь сказать? Ну, 30 это мы. Я поведу вас в бой! На работу! Почти готово! Все-таки хочу я крепость построить в этот раз. Я тоже строю, как бы. Прям в проходе. Построю справа сверху, а я тут в проходе построю. Ой, блядь, что происходит? Что сейчас съедят, ну нахуй. Кин нахуй пауки, что за блядь? Ой, где собаки? Крепость? Где ты крепость строишь? По центру, блядь, справа, снизу, нахуй, в очке в каком. А где ты хочешь? Да где-нибудь в проходе построишь, чтобы если что, прям крепость затащил. По центру ты начал строить. Слева могу. Ну или справа. Мне кажется, справа так. Справа так идет вон. Уже, да? Да звездец, я же не успел нихера построить. А сейчас я их сделаю, ты че, вот спорим? Просто смотри, про гейминг. Где он есть? Разъебешь? Да. Ой, 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 там за рабочим зачем-то погнались. Да. Крепость-то, крепость-то мне отменили. Где будем строить? А, не, не отменили. Мы победим в этой войне. Давайте урки, да убить его. По одному коню съедают. Лол. Что это за звук были? Ну они дохнут там. О, хабаны. Знамя. Приехало. Зачем-то. Много работать. Расчистить землю! Я поведу вас. Опа, копейщики вон. Берегитесь! Умри, гнусная тварь! Будьте настороже! Скорее! Кондор должен выстоять! Походным шагом! Умри, гнусная тварь!
Не давайте им пощады! Ёб, тут ты сгоришь сегодня, а? Гнусная тварь! Не давайте им пощады! Вперёд, крепко стоит! Пора... Нормально, по всем фронтам нападает. Тебя слева там бьют нормально. Не травы причем. По центру меня бьют нормально. Чё они там бьют, ничего не сделают. Нейтралы, да, победили, прикольно. Можно у тебя отряд лучше? Охренеть, сколько нейтралов там, копейщики стоят, блядь, везде. Тигр, это жесть, посмотри. Везде просто вот. Чё тебе дать? Мне, может, твоих лучников сожру. Чисто опыт отряду даст. Ну что так про... Да ёб, там в тылу эти кони тебя рушат все. Плохо. Твоих орков бьют лучники. Будьте наготове. Внимательней. Осторожнее. Меня сейчас добьют, сука. Выпускайте стрелы. Ну прям, ой-ой-ой. Вот эту битву мы, возможно, проиграем. Внимательней. Враг атакует фермы. И эта битва, возможно, будет в его пользу. Мы подготовим. Не, не сегодня. А, да, добрый сегодня. Крепость-то он мне не дал возвести. Я встану на защиту Гондора. А там герой. Мы подготовимся к войне. Дуй в рух, нахуй. Будьте настороже. Я ждал этого момента. Наша постройка в опасности. Следопыты. Будьте наготове. Я это сделал. Открыть огонь! Умри, злобная тварь! Не страшитесь врага! Внимание! Нет! Мы потеряли постройку! Не подпускайте их! Сколько у него лучших войск, это кошмар! Выпускайте стрелы! Враги атакуют! Где будем строить? Да, крепость мне не дали построить. Пидоры. Строим! Мы подготовимся к войне! Они такие чувства, что где-то тут прям рядом, блядь, в правом верхнем. Живым я им не дамся. Мне достал, они этих... них бомжей называют, это призывают. Враги наступают! Все, Бормер, гэм по изи, да? Цельтесь лучше! Прекратить стрельбу! Двигайтесь скрытно! Гондор должен выстоять! Я встану на защиту Гондора! Блять, мне эти хоббиты достали, а. Да, они меня так бесят тоже. Но я там здание под себя. Эти гребаные камни читерные вот эти, блять. Я встану на защиту Гондора. Вперед. Блин! Враги! В укрытие сдавайтесь! Назад! Следопыты! Блин! Люди Гондора! Цельтесь лучше! Уничтожить! Гондор должен выстоять! Он тебя опять камнями забрасывал. Надо двигаться вперед. Блять, кавалерия. Мы победим в этой войне. Враги разрушьте наступают. Все до основания. Не подпускайте их. Мы подготовимся к войне. Не щадить никого. Блять, он еще этого придурка призвал. Уничтожим всех! Враги! В укрытие! На фермы напали! Сражайтесь как один! Жесть, какие-то они жесткие эти. Мы не можем! Мелкий Бормер сдох! А это значит плохо. Сейчас кавалерий еще выйдет, пиздец. А еще и энд! Скорее! Открыть огонь! А еще и бомбандил. Подождем их здесь. Гребаный. Жопа. Поблизости может быть враг. Ну я мясом буду его отвлекать, так что. Мне пока вообще атаковать нечего, я все просрал, Бормер сдох. Бомбандил это жестко.
Пошел нахрен, бомбандир. Здесь полно опасностей. Вот уничтожить бы этот гребаную конюшню. Куда их призвал? Чтобы они попытались. Готово. Но они нормально, кстати, пытаются. Сейчас я тех уничтожу лучше. Где-то лучников я просрал, что ли? А, нет, вот стоит. Наготове. Мои уже придурки потихонечку подходят. Хорошее место. Я, просто буду бесконечно переть на них. Мы улучшили стрельбище. Скорее всего, он не выдержит. Это же не человек, у него мозгов нету. Двигайтесь скрытно. Ну, дерзко он начал, дерзко, конечно. Да, не спорю. Все, пускай они все время прут и прут. Отвлекают его. В это время я хоть нормальных пацанов буду создавать. Как это объяснить? Чего они ели? Убегают. Цельтесь лучше! О, гля, даже там как-то мои орки что-то сделали даже. Ныне эти земли под властью врага. Поблизости может быть враг. Вы слышите что-нибудь? Разведчики Гондора! Не сдавайтесь! Дури, стрельбище надо трогать. Продолжайте стрелять! Надо немного сосредоточить войска, потом попереться всем. Не сдавайтесь! Всей когорты. Будьте наготове! На фермы напали! Скорей! Осторожнее! Не, ну тролля я пока не особо хочу выпускать. Нам их не достать! Строитель пал в бою! Зажигательные стрелы готовы! Хоббитсы эти вонючие. Вы слышите что-нибудь? Будьте настороже! Поблизости может быть враг. Стучите ранее туда. Будьте настороже! Просто как камнем, блядь, можно так урон наносить, я не понимаю. Он реально, да, неплохо так урона наносит. Прям бесит. Камнем. Обычным камнем. Не, ну, в принципе, он когда по жбану тебя заряжает, наверное, неприятно. Ну, да, ну, все же. Сравни стрелу даже обычную, мы никакую, ни огненную не берем в расчет. Не, ну, с боевым троллем все должны снести. Ай, тролль, стой, 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 стой. Твое время еще не пришло. Вот теперь пришло. Все, пошли сносить. Мы опоздали! Враг уже захватил эти земли! Цельтесь в здание! Не подпускайте их! Дайте им отпор! Прячьтесь за деревьями! Не отступать! Ну все, вывел по изи. Вот они! Ну да. В принципе, конечно, немного повоевали они. Кстати, барабанчик тоже приятный этот. Ну он бафом дает же. Да. Вот когда так в мясо играешь, одного барабанчика, одного боевого и мясо. В принципе, нормально. Против ботов вообще. Так, что ты? А у тебя Ривендел там, по-моему? Ну, тролистое плато, это рассчитываю, конечно. Да, это понятно. Ривендел... Бля, мудак, бля, что он делает, а? Ты видел? Он вверх пошел гондон захватывать. Я видел. Сука. Я уже это увидел, поэтому искал то, что, блядь, не так все тут легко будет. Так, что у меня? Фору две яйца. А, ну там крепость, понятное дело. Сосо. Старался, крепость строил. Не помогла. Ривендел, ты выиграл? Ривендел должен, я думаю. Как, почему бы не выиграть? По-любому должен. Я убью эту шторку, если не выиграю. Да нет, да. В принципе, есть победа. Шторка была бы просто такой шторкой. Налево-направо шторкой, если бы... Так. Нам туда надо войска вот эти по одному отряду перемещать на каррак, наверное. И ловить его там, ждать. Вот так вот. А здесь я построю крепость. Такс.
Даже не знаю, куда пойти тут. Ё-моё. Вот так? Я, наверное, налево пойду. Этот мудак захватит. Арагорн, 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 Арагорн. Давай иди, короче, этим товарищем нет на Лостренд, а я пойду один на форум. Если эти нападут. По щекам. Ну, я уверен, как в своем герою, надеюсь. Уверен в своем герое, надеюсь. Да, надеюсь. Конец вас. Нормально сказал. Я уверен в своем герое, надеюсь. Подожди, ты старым так не сходил. Бля, я уже нажал поздно. Старый, тащи. Нет, как раз территорию бы захватил. А, ну... Я не уверен в своем герое. Кто-то бросок и Форн. Сука, Форнест, пиздец. Арагорн, снимай штаны и радуйся, блядь. Да схренали, погоди, я даже не вижу, что... Да просто... да, конечно! А, ну да. Просто бледнолицый и шепелявый, как ты его назвал. Не спорю, не спорю. Его сейчас поимем. Подожди, ему Карн-Дум нахуй. Ну, там он захватит крепость. Мудак. Все вот это, разруливай. Так, Форнест. Ну да, он должен хватить, конечно. Если не отхватит, то он прям... Да, когда их штаны снял, разорвали ему даже, не то, что снял. Разорвали. Кольчугу, так сказать, поплавили. Да. Именно так. Именно так. Конец фазы. Видать, ворогорный дымоход засорился, раз он так да, жадно решил его почистить. Так, короче, старый, да, на Фарлиндон. Блять, не всех мол переслай, да? Так, ну тут на самом деле уже все понятно становится. Как бы там Трандул не радовался и не захватывал территорию, тут становится все ясно. Так, как нажимаешь вот так. Я еще раз поведу на Форнест. Так, да тут со всех сторон надо просто сжать их. Щенят. Так, конец фазы, да? Так. Как еще ходить? Так. Этот пускай сейчас захватывает. Он сейчас, скорее всего, на Ангемар пойдет, захватит территорию. Пускай идет. Все равно. Потом выловим, да? Угу. Пускай радуется, пока может. Ну, в принципе. В принципе. Конец фазы. Давай. Ёпчет. Так. Что происходит там? А, ну расчет итогов. Расчет итогов, да, понятное дело. А, там этот смазливый. Ну там расчет итогов. Мудак тоже отхватил в Ортодайне. Не знаю, будем вот сейчас расчет итогов? А где? Да, я уже нажал расчет итогов. Чуть шепелявый, что там что-то сделает. Да не, вряд ли, конечно, надо делать. А то он и шепелявый. А вот этот кислый, там что-то... Сейчас, помню, рожа реально кислая будет. Да не, ну крепость, там два отряда, он должен, конечно, победить. Довольно легко, по идее. Ну как легко, половину войска, наверное, растеряет. Слышь, кислый, да ты чего? Не, он победит все-таки. Но со скрипом, на самом деле. О, у меня Арагорн решил вернуться на ту территорию, где его изнасиловали, на Форнест. Ну и, конечно, он там, наверное, ничего не сделает. Опять, что ли, смс пускает? Все жители Форнеста сказали ему спасибо за такой ту вечер. Самую, да, ту самую нотку, тот самый вечер. Ах, это ты. Ах, это вечер. Это выпуск, давай. Как Арагорн познакомился с городом. Форнест запомнится ему на долгие жизни. Так, ладно.
Теоден. Мудак старый, давай иди. Тут бы их еще не пропустить. Так, Бормер. Мудак стоит, что-то у нас. На Форнес давай что пробуем. А этот мудак сюда. Одного героя отправь на Рудаур. Вон, шторку или не шторку, мне все равно. Потому что там и двух героев хватит, наверное. Моего и твоего одного. Зачем вместе под ручку ходить? Все. Хотя у тебя там крепс на Рудауре. Я думаю, не должен проиграть в расчете итогов. Потому что я думаю, что тут боев не... Только с Трандулом, я думаю, бой будет, и все. И то даже. Они вообще вокруг них везде крепость. А, Рудаур, только у меня там это, войско стоит. Ну и тогда все. Давай. Атака отбита. Ага. Арагорн! Та самая ночь! Арагорн! Та самая ночь! Ёб твою налево! Ну, хочу заметить, ни одного отряда лучников, а у меня дракон. А у него, блин, да, у него кавалерии, конечно, прям жопу жуй. Не, войск у него до жопы жуй, да. Бой, конечно, чё. Вот если тут побеждаем, то... Рагор, давай, соберись. Одень штаны, заряжи их покрепче. Да, ставь свечку, сами знаем, куда. Терпи. Терпи, братан. Это, так скажем, натиск. Что-то у Рагорна с самого начала не зашла игра. Хелем упали, подох. О, а чё они сверху? Они на горах. Мы на горах, кони. Чё, ёб твою, происходит? Вы крепость атакуют. Я буду с вами до конца. Крепость, у меня вообще крепости. А. Кто меня звал? Почти готово. Что строим? Арагорн пошёл там. Я знаю, как много работает. За тебя впрягаться. Давай, сейчас я просто... Враг будет повержен. Он, кстати, убьёт их. Они сверху идут на туре. Там еще войска вон застряли. Сейчас еще придут. А, они просто застряли там? Вот справа сверху еще вижу что-то фиолетовое. Там на туре вон, видишь, на горе отряд кавалерии стоит. Горные, блядь, барашки, блядь. Ой, идёт тут. Ангмар пришел. Будущее Средиземья зависит от нас. Да ёб, ты, он чё, угорает? Стройся, я главное вообще в другом месте. Да ёб, не успел я урочную яму построить, нейтрал ее разбомбил. Это пиздец какой-то с этими нейтралами, просто пиздец. Сука, она угорает, она еще и следующую пошла разрушать. Сука. Там Леголас, походу. А, Арагорн схватывает. Угу. Спускает штанишки. Да иди, это Трандуил. Сука, хана Арагорн. Блядь. Мы улучшили стрельбище. Арагорн. Мудак, ёпта. Они атакуют лагерь. Много работает? Да он быстро бегает. Да ёпт, там, короче, я сейчас реально просру. Да не, они вообще нормально так атакуют. Тут, по-моему, ГГВП изи. Да. Да глянь, они на основную базу идут. Там... Горные тролли улучшены, что ты будешь с ними делать? Где будем строить? Щит Трандуил дракона, походу, отымеет. А не, не отымел все-таки. Да вы задрали за рабочим бегать. Колдуй, пидор. Да, чисто прям за рабочим специализированно бегают. Не подпускайте их. Ладно, чё, буду защищать крепость. Может быть враг. Скорее! Беготня. Да. Ты знаешь, как сделай? Дракон. Вокруг крепости зафиксируй рабочего, чтобы он бегал на альт. Пускай круги нарезает, а они будут бегать. Под крепостью вздыхать. Да это я ой. Ой, тут еще и эти варги. Так, сейчас, альт. Он сдох тебе. Сука. Цельтесь лучше!
И главное, армия не может больше расти, он угорает. Не армии-то нет. Есть, курить, вот герой еще. Жестоко, жестоко. Не, ну с драконом там нормально все будет. Мы улучшили стрельбище. Горный тролль, это пиздец. Отступаем. Я вообще не могу. Вы слышите что-нибудь? Блин, потихоньку драконов ебашит. Ну очень потихоньку. Ля, и они крепости так могут успеть разрушиться. Один отряд этих дебилов. Так, слушай, пора закричать, а то что-то это не делаю все. Порать на них, типа, мать вашу, что за хуйня? Ты какого хрена здесь делаешь, пидор? Главное, раз я не могу захватить эту крепость... Я буду ее разрушать. Осторожнее. Продолжайте стрелять. Просто я не могу захватить почему-то, но... Ну, опять эти хоббиты ебучие идут. Тише. Опять кавалерия. Ладно, сейчас все нормально будет. Офигеть, сколько хоббитов. Прекратить стрельбу! Да он захватывает там всякое говно. Просто камнями он твою башню. Ну, что, это читерство? Камушками башню. Просто, я говорю, где логика? Сука, разработчики, укуренные говнюки. Чем вы думали, когда вы давали урон камням, чтобы они ломали здание так? Ну это, ёб твою, абсурд. Вон вот этот... О, рабочий, сука. Пидорас. Конечно, всадников призовет гондон. Не оставляйте следов. Огонь! О, база найдена. Что-то мудак показывал, где раки зимы. Ты, сука, ветерком своим решил меня напугать. Будьте настороже. Сейчас я боевый тролль покажу тебе раки зимой. Баба! Дальше пошли. Ой, вот копейщикам лучше не показывать. Пускай дракон копейщикам показывает. Не отступать! Блин! Будьте наготове! Не подпускайте их! Сайтесь лучше! Не подпускайте их! Стреляйте! А, прикрыть, 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 прикрыть! Блять, этого дебила призвал, деда старого. Дряхлого козла, блин. Будьте настороже. Внимание. Да, дед, ты хуесос. Глянь, да он сейчас отымеет. А, не, почти отымел, прикинь. Есть лечил? Бля. Еще один дебил. Ты посмотри, что происходит. Сейчас мы их обоих, ну, оба боевых трое сейчас сдохнут. Охренеть. Жесть, герой нормальный вообще у него. Задрал меня. О, рабочий бежит. Ну-ка. Давай, дракош, разберись с рабочим. Опа! Есть такое дело. Да, жестоко. Та, пульс какая-то едет. Что самое странное, мы создали героев, но собой ими не пользовались. Ради одной битвы попользовались. Ну, вообще, да, ради одного боя, я бы сказал. И всё? Продолжайте стрелять! Сайтесь точнее! Хоббиты сейчас... Хоббиты почти убили горного тролля камнями. Сука. Блядь. Фух, блядь. Я говорю, это читерство, вот эти камни. Еще кто-то меня спрашивает, да ну какое читерство? Да поиграю, ты посмотри на это, как это?
Там Мар еще где-то играет. А, он, вон. Плавили. Не сдавайтесь! Ну, в принципе, все. Эльфы, да. Ну, они нормально нападали. Ну, да. Если всех этих построек не было, тоже бы как бы они выиграли, наверное. Да, крепость немножко зарешала. Ну и дракон, естественно, опять же. Mm-hmm. Вообще драконы всю игру тащат. Просто войска раскидывают вражеские, и все. Хотя и другой герой бы примерно так же. Конец фазы. Ну и там еще я хрень страдаю. Да кислый, по-моему, сейчас сдохнет. Да не сдохнет там, он нормально все. Кислый, вообще, Арагорна. Нормально все в этой битве ощущаю. Он там сам нагибается. Враг уничтожен. Вот и все. Ну, фиолетовый, там 4 земли. Да, у них армии нет. Тут уже все. ГГ, ВП. Изи. Конец фазы. Вообще кислому пару отрядов дам, чтобы хоть не такое это, не так ему скучно было. Вот пидор побежал куда-нибудь, да? Я ж подумал, ты кислого одного оставил, блять. Слава богу, нет. Че он побежал, там все глашатай его встретит. Что там происходит? У тебя конец расчет... фазы. Че у меня все? Сейчас от Карндум. Погнали. Теоден по пятам бежит. Так, конец фазы. Ну и в принципе сейчас последний. Итак, Карндум, нет. Ни в коем разе не вступать в бой. Да, мы что-то слышали, да, историю? Я знаю. И видели историю. Мы не проиграем, я вот вас уверяю, мы не проиграем, но это время мы убьем, пока мы прорвем эту крепость. Часа, ну час где-то, наверное. Это 100%, мы не проиграем. Так. Ну и теперь, если Теоден зарешает, как говорится, всю эту битву, то молодец. Теоден против двух героев. Теоден, не давай, не подставляй свою эту дряхлую задницу. Кого? Нет. Просто подкрепление даже не успело прийти, Теоден выиграл. А значит, битва на этом заканчивается. Две серии? Две серии, да. Ну, они по-любому по часу это 100%. Больше, думаю, да. Ну, нормально. В общем, все. Надеюсь, вам понравилась эта битва. Ждите, будет еще много битв. Вы сами знаете, что канал славится именно этой игрой. Так что мы с вами прощаемся, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока. До встречи в новых играх.